моего цвета. Счастья вам бесконечно, люблю. Спасибо большое. Мы приваливаем или как? Что делаем? Леша уехал в больницу за нашими анализами. Вот. Так вот. Вот так вот. Вот так вот. Что могу сказать? Что могу сказать, батька? Ну что вот так вот произошло? Произошло так. Привет, ты где находишься? Да на хате. Не морщи лоб. Морщи лоб, но я перестала так морщить. Меня, короче, Лешиного друга жена научила. Она сказала, не надо колоть никакой ботокс. Вы должны просто представлять себе, что ваше лицо натянуто. Я в последнее время стала так себе представлять. Я перестала так щуриться. Реально помогает, я вам говорю. Вот так я делаю. Ну вот, чтобы вот эта морщина была, я тут не делаю. Как раньше. Больше не делаю так. Так, что дальше у нас тут? Два раза написала, блин, Мэри, солнышко мое, ты где? Как наш праздник проходит? Шикарно. Лиза, ты колола лоб уже, видите, нет? Я, между прочим, один раз только колола, ничего не колола себе. Не, блин, морщины везде есть. Мэри, ответь, Лиза. Мэри, ответь. Мэри, очко, ответь мне, пожалуйста. Мы собирались идти еще в Магадан, Мэри, но там, наверное, нет столов. Я хочу только на улице сидеть, потому что куда пойдете вообще, сколько, сколько, что? Мы сегодня отмечаем 9 месяцев. Кто, кого-то там тошнит. От чего, интересно? Блин, кого тошнит, выходите, не сидите, не читайте. И не смотрите, не следите за нами. Вообще мне обливать, когда пишут «тошнит», что-то еще. Но сами сидят дальше. Сейчас мы еще серьги мне выберем, да? У меня же теперь много серьг, серёжек. Разных-разных. Ну, конечно, половина сестры, но я себе нахапала. Вас, Лёша, молодцы, привет-привет. Что ты читаешь сейчас? Господи, что я могу читать? Все по работе, все связано с работой. Серии, да, там золотые часы на сегодня. О, боже, просто рекорд. 9 месяцев рекорд, но это немало, я вам так скажу. Живя на проекте. И каждый день видят друг друга, это далеко не мало. Уж поверьте, это нифига не мало. Что за игнор? Я задала вопрос, что за игнор? Я не видела ваш вопрос, и почему вы вообще мне так многие пишете? Извините, я не могу краситься для вас, и еще... Сама бы я уже накрасилась за 20 минут, вот, и еще отвечать на все вопросы. Это нереально. Половину придумываешь, в итоге смысл меняется. А, да? Очень понятно. А вообще ты классная, правда. Спасибо. Вот этот тональный крем. Первый раз взяла, кто пользовался таким? Простая, говоришь, все как есть, да. Во сколько? В 11 часов. Ну, я дома, можешь приходить ко мне. Ну, или хочешь, я приду к тебе. Не знаю, Леша, хотя скоро вернется. Ну, тут все равно будет. Что, я соберусь, могу прийти к тебе. Но я хочу так идти. Супер не выряжаться. Хотите, с вами оденемся? Ну, и нечего, честно, надевать. Я еще не все вещи привезла. Вообще, да. Да. Прикольно. У меня тоже турецкий. Ну, спасибо. Слушайте, а я не сидела раньше без фильтров. Ой, раньше я всегда, наоборот, то есть сидела без фильтров, не Марго, пока я сказала. Я смотрю, захожу ко всем в эфир, думаю, почему я такая красивая у всех, а у себя не такая красивая. Что такое, что-то со мной не так? Я не могу сказать, что я была яркой участницей, я ни с кем не дралась, никого не трогала, я человек, как и в жизни. Я никого не трогаю, никому не лезу, это какая я есть. Я просто необычная, таких женщин. Не так много. Нет, их много, но не так много там встречаются на проекте, там, не знаю. Ну, обаянием природы, что обладали. Все, у каждого своя изюминка, я так считаю. У каждого человека она разная. Василий тоже, что надо вместе сядет батарейка, и поэтому я хотела пойти, кстати, краситься туда. Сейчас пойду включу какой-нибудь из своих зарядок. Сейчас почищу кисточку. Ты куколка, спасибо, очень приятно. Как делаешь объем на голове? Не делаю объем на голове. Мне, по-моему, так все в порядке. Нет? Нет, если мне нужен объем на голове. Вы знаете, я сегодня видела, как
какие-то красивые тени добавляли. Я сейчас рискну это сделать. Буду надеяться, что не получится. Здравствуйте. Мэри тебя угостит вкусняшками, тогда иди к ней. Блин, я столько вкусняшек съела, что... Мэри, у тебя много вкусняшек? А румяна? Румяна, подождите, я решила еще нанести эти румяна. Тут не только румяна. Мы же будем скульптурирование делать. Я не знаю, просто получится или нет. Я где-то видела вчера. Не получается. Прям так красиво девочка сделала, блин. А ну это просто цвет придаст. Более яркий. Ну ладно, ничего страшного. Тоже ничего так симпатичненько. Мой любимый фиолетовый. Уйдем в него. Обожаю фиолетовый цвет. Он мне очень-очень идет. Так, брови. У тебя жирная кожа? Нет, я намазалась маслом. У меня не жирная, у меня комбинированная. Зависит от влажности, от времени года. Вот, она у меня меняется. Она может быть безумно сухой кожа, а может быть... Ой, сейчас накрашу. А может быть жирной. Все зависит от времени года. Так вот у меня. Такая у меня интересная кожа. Что-то меня уже откинуло. Так, смотрите, что получается. Не красить больше перебор будет. Да, не, ну снизу я всегда крашу глаза. Все потому, что будем мешочки немножко убирать. Вообще получается прям бомба, огонь. Вот внутри я не хотела красить темным, так что остался еще. Ой, какие красивые получились глаза, сейчас покажу. Ух, да, слушайте, сейчас я сделаю еще брови. Куда же вы мне? Диски волосами скажи. Витамины, американские, извини, этим вопросом. Не знаю, витамины я их забыла, потеряла. Поэтому не... Естественно, не отвечаешь на вопросы. С такими вопросами выходите с моего эфира. Честно, надоело. Я выхожу в эфир, чтобы кто-то смотрит, что я накрасилась. Ответила на вопрос на ваш, надеюсь, уже не раз. Ой, сахарана. Пробуй что-то еще раз. Я не поняла, про кого написали. Люблю тебя, я тоже вас люблю. Я тоже вас очень люблю. Да, мы можем вместе с вами собраться, одеться. Я не знаю, что одевать. Мне особо здесь вещей нет. Я даже и не думала, в чем пойду. Платье я не хочу носить. У меня такого нет, я не могу так, у меня гардероб. Все равно я не все вещи забрала, и это тяжеляк. И когда вы живете в одном месте, втором, третьем, половина теряется. Покажите, я никакие. Волосы сами ложите, мне нужны волосы. Вот тени. Иди поставьте фонарик, у тебя выглядишь хуёво. Окрасилась. Ну, для вас хуёво, для меня классно. Я думаю, что главное, чтобы мне нравилось. Потому что мой образ еще не завершен. И когда он будет завершен, он будет шикарен. Многие знают, что, господи, ребят, особенно кто не разбирается. Все это потом растушевывается, да. Когда будут сделаны брови, глаза, Мама Мия, Санта Лучия, что это за красотка? Хайлайтер нам нужен. У меня, кстати, есть крутой хайлайтер, сейчас вам покажу, в Дубае покупала. Мне Маринка Африкантова подсказала. Ну, что-то неплохие сейчас принесу. Между двумя косметикой по всему дому. Я их уже раньше ныне показывала. Вот, смотрите, какой он разноцветный. Снимаем квартиру. В Дубае в Duty Free покупала. Привет, я решила, он выспался. Знаете, он меня разбудил не так рано, поэтому выспалась. Он говорит, я дал тебе поспать, зайка моя. Я говорю, блин, я в 6 утра уснула. Я говорю, из-за того, что вчера произошла такая ситуация, я вообще очень переживаю, нервничаю, когда... Не люблю, когда обманывают. Не люблю, когда
Люди косят по дурачку. Боже, что у меня тут только нет, если вы видели. Так. Сейчас мы с вами будем наносить, по-моему, лучше косметика из Duty Free. Это полностью согласна. И не только косметика, но тоже согласна. И тогда не будет у вас никаких проблем. Я тоже так считаю. Неприятно иногда заказать духи какие-нибудь. Представляете, духи за сотку. Ну, мне кажется, это уже проверенные люди надо. Да, за сотку ты не закажешь так. Скульптурирование лица делаем из интернета. Сейчас я как накрашусь. Просто у тебя три почки. Да, это правда, что у меня три почки, но я еще схожу и сделаю УЗИ, честно. На всякий случай. Хотя у меня... я собираюсь сделать у этой женщины сейчас операцию. Но на всякий случай. Не может быть, что 30 лет мне, и я никогда не знала, что у меня три почки, а тут привет, у тебя три почки. Ну, как-то странно. Тем более, я человек, который обычно то воспаление, то тут и все. Нам не видно. Ты закрываешься, нам не видно. Конечно, я вообще... Да. Боже мой, что? Все всем надо знать. Так, я вот эту штучку не красила, кстати, ни разу жидкими. Кто красил? Скинь свои фото. Кто мне? Скинь свои фото. Ты кто? Вообще. Чтоб я тебе что-то скидывала. Еще меня бесит, когда мне Леша вчера показывал. Девочки пишут, женщины пишут, с детьми, с мужьями. Поцелуйчики, киси-писи. Фу, это просто блевотина. Уже показывали духи. Жаль, что вы ушли. Блин, вообще не жаль. Сейчас такой состав там, что, мне кажется, вообще не жаль. Сам вчера Лёша с голосовой передавал. Он говорит, там вообще дно. Понимаете? Что нам там делать надо было? Мы друг друга нашли. У нас так все хорошо. Сейчас делаешь, чтобы нос еще меньше был. Он же у меня такой толстый. Почечная ножка, они не разделены. Нравится императрица, духи нет. Когда они вышли, только да. Но сколько мне лет было? Сейчас скажу. Лет 20 они у меня были, когда мне было. Лет 20, 19, 9 лет назад. Да, тогда они мне нравились. Сейчас абсолютно не нравятся. Не пользуюсь. Не люблю туалетную воду, как у всех, сразу скажу. Ну, как бы могу себе позволить, уже взрослая женщина. Я понимаю, что 20 лет, понятное дело, обычные духи. Хотя кто-то фанат духов, знаете, готов все деньги отдать за духи. Вот. В 20 лет у меня были такие духи. Сейчас нет, нет, нет. Я люблю, чтобы было не как у всех. И это нормально, в принципе. Правда? Потом я быстрее хочу покидать, покупать одежду, которая здесь вообще не будет. Так, хайлайтер мне нужен такой светлый, скорее всего. Вот такой. Не знаю. Хорошее настроение, да я бы не сказала, что у меня сейчас супер-пупер такое настроение, как вы сейчас говорите. Не думаю, что... Нет, у меня сейчас не такое крутое настроение, как вы пишете. Как? Ну я выхожу к вам в эфир, мне весело, классно, что мы общаемся. Что, у меня должно быть плохое настроение? Нет, отлично, замечательно. Спасибо, вы мне делаете настроение. Так, ты очень изменилась, стала нежнее и милее. Лёша долго. Что долго? Нет, Лёша не долго, Лёша нормально. Полчаса ехать только до клиники. Полчаса. Вот. Еще узнать там лекарства, что надо принимать и как. Это вообще нормально. Он должен вообще уехать раньше времени. Еще раньше. Чтоб я столько красила, никогда в жизни. Портухи, молекула пробовала. Молекула, да. У меня рядовой прямой эфир. Дорогие духи твои. Ну да, там, наверное, самые дешевые стоят.
когда я покупала мистер в 2016. Сейчас, наверное, с курсом дороже. Не знаю. Вообще, по-моему, почти везде они по двадцатке. Не, ну если как брать у этих, которые продают их, поставщики а-ля за копейки, честно, не знаю, поэтому. Так, я думаю, розовеньких надо добавить. Из этой серии добавим. Где делаешь волосы? Ребят, ну, хотите узнать, где я делаю волосы? Зайдите на мою страничку, увидите. Я делаю у Нарочки волосы, поэтому мы сейчас разговаривали, если цвет волос не смоется, потому что у меня был белый-белый, то я думаю, что будем другой делать. Ну, вроде должен розовый смыться. Просто розовый не такой яркий, я хотела яркий-яркий, видите? Два раза помыла, он смывается, но не в белину, не в белый цвет явно. Побольше хайлайтера, да? Я хочу блески на губы сделать. Мне кажется, прикольно будет. И, кстати, я добавлю сейчас розовых румян. Скульптурирование мы сделали. Розовые румяна. С этим блондинком. Никогда раньше не пользовалась, благодаря Зое. У Зои была, она мне накрасила розовыми румянами. И после этого я стала краситься тоже розовыми румянами. Боже, это просто бомба, а не макияж. Мне кажется, я точно пойду учиться. Я сейчас сама у себя что-то сделаю. А если мы еще с вами начнем делать... Просто мне сейчас захочется накрутиться с вами в прямом эфире, и все. И пойти еще купить себе новую одежду. Кстати, покидайте мне, пожалуйста, девчонки, шоурумы, где обувь крутая есть. Ну, крутая плане не как у всех, может, даже. Что-то, мне кажется, мне нужна обувь. Нос я не сузила, не умею его особо ее сужать. Наверное, это не мой вариант. У меня и так нормальный нос. То, что не получилось, бандизм. Еще сейчас глаза сделаю. Да, у меня вечерний макияж. Именно столько штукатурки и надо. Это днем я вообще не крашусь. Кстати, я вообще хожу не накрашенная и всегда выгляжу шикарно. Не накрашенная выглядишь, конечно, моложе. Это мне уже многие стали говорить и друзья. Ну что делать с такой штукатуркой, да? Ты что столько много наносишь? Кого это? По чуть-чуть наношу. Что? Блин, хороший пятачок. Спасибо большое. Это было не очень. Ой, вот так вот. Смотрите, как они блестят. Просто я хотела, чтобы вы посмотрели. Сейчас еще блесками сделать глаза. Блин, это... Мне нравится. И еще тушь не прокрасили. Короче, еще не сделали глазки. Так, 13% у нас есть. Обувь кидать на осень или какую? Да, давайте на осень. Есть у вас? Шоурум. Вчера начала смотреть, ничего найти не могу. И губы сейчас, блядь, блесками бахнем. Как вы считаете? Я считаю, будет суперски. Слушайте, макияж, ну, честно сказать, ну, вообще я профессионально красилась. Похвалю себя, похвалю сейчас. Мне тоже очень нравится, я еще говорю, прям очень мне нравится. Я так скажу, что мне прям очень-очень нравится. Мы еще губы не накрасили, не растушевали, еще у нас даже бровей нет. Так, на секундочку, даже бровей еще нет. Сейчас все будет. Где ты? Кстати, до бровей я не купила себе карандаш еще. Это очень печально. Да. А где эта штука для бровей? Банковские помады, то все. И чем красить, когда брови? Где ты знаешь, будет это фигня? Так, кисточка для бровей есть, а вот самой я не вижу. Не вижу, девчонки. Я расстроилась. Чем можно еще накрасить брови? Кажется, у меня все тени такие темные. У меня даже нет таких коричневых, что ли.
Блин, нет, не такие цвета. А где татуировка? Может, убрала ее? У тебя же татуаж. Ну, здесь надо под... Нет, все равно всегда подкрашивать, что вы. Мои любимые блюзки. Значит, они нужны для меня с этими блёстками. Все, расстроилась. Тут сережки, сережки. Вот это она, кстати, ничего под глазом. Может, да. Это подводка в глаза. Если бы... Все, нету. Подскажите, чем намазать брови? Нет, не могу без этого. Подскажите, чем подкрасить брови? Может, это коричневая штука? Давайте попробуем. Сейчас будем... Я всегда говорю, нужно придумывать сразу что-то. Блин, она вообще не такая коричневая. А карандаш где мой для бровей? Не знаю. Не может быть, что ни одних коричневых бровей... Ой, коричневых теней нет. Такое бывает вообще? Скажите, пожалуйста. Мне кажется, нет. Сейчас я попробую что-то сделать. Это... Ой, нет, какие-то рыжие. Прям под мой цвет волос. Знаете, такие рыжие. Ой, нет, некрасиво как. Наоборот, какой-то светлый. Не надо ничего. С культом сухим. Сухого нету. Представляете? Не могла я потерять. У меня сколько косметики. Все, нашла. Я уже расстроилась. Вот. Всегда смотрю, знаете, не это. Плохо смотрю. Ты думала открыть свой салон красоты? Честно, очень много салонов красоты. Я думала открыть что-то, чтобы все вместе там было. И магазин, и, не знаю, там... В чем я там сильно найти супермастера, наверное, попала. Сам для блондина. Но очень много салонов в Москве. Очень большая конкуренция. Вероятность того, что ты прогоришь на этом, гигантская. Вот. Понимаете? Но... Честно сказать, сейчас я ищу помещение себе. Но я хочу уже открывать, когда я буду летать в Китай и буду привозить что-то такое необычное. Ну, не как у всех, как я люблю. Ну, и обычное, конечно, я же ношу разные вещи. Но я больше люблю все-таки рубашки, джинсы, такой более свободный стайл, либо очень красивые платья. Но красивые платья, сами понимаете, они на один раз. Вот сейчас... Платье надо в комиссионку выставить, дешевле буду продавать, потому что у многих праздники, все, но эти платья я одела по одному разу, и куда мне? Больше никуда. Не оденешь такие красивые. Ну, либо я еще сделаю в прокат платье. Тоже, говорят, неплохо. Но вообще не хотелось бы мне заниматься, конечно, прокатом. Ты веришь, что красный нит забирает негатив? Хочу работать в твоем бутике, очень приятно. Я не работаю сейчас на имя. Немногие. У меня спасибо, кстати, кто подписан на магазин. У вас уже сколько там? 36 тысяч, 36 500. Я особо не могу заниматься. Я хочу заниматься именно товаром, который будет. Знаете, вот я покупаю сейчас товар, почему он стал чуть-чуть дороже, потому что то, что я ношу, я покупаю и себе это. Вот. Как будто бояться того, что если недорого, то не классно. Нет, у меня очень маленькая накрутка. Я могу ставить, как в других магазинах, точно такие же вещи. И с рекламой я работала у таких людей, и там, если у меня 704 тысячи, у них стоит по 10-8 тысяч. Все, я говорю, я сейчас хочу заработать имя. Для меня это самое главное. Вот. Каждый работает. Да, но я хочу необычные вещи. Может быть, у меня будут опять винтажные вещи. Раньше я занималась винтажными, начала искать. Но винтажные вещи, конечно же, вы должны понимать, у них ценник другой. Потому что я занималась такими вещами. Это Шанель, Гуччи, Диор. Там ценник, конечно, мама, не горюй. Но это интересная работа, я так скажу. Очень. Как найти твой магазин? Тренды Филиди Шоп. Немного всего есть. Хотите в прямом эфире и покажу, что есть. Почти весь товар, конечно, находится у моей сестры дома. У меня большая... примерочная. Мы сейчас будем в стеллаж, где будут все эти вещи лежать.
висеть, ну, половину висит, потому что много. Я же покупаю несколько размерных рядов. Ни один, ни два, ни три. Вот, потому что у меня много клиентов именно за границу сейчас. И я так рада, кстати, что у меня люди заказывают из Америки. Боже, превосходно. Люди заказывают с Америки, Дубая, Украина много, Беларусь. Я рада, 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 рада. Может начать шить свое? Это будет стоить, сами понимаете, тогда. Это как эксклюзив, и стоить будет недешево. Если посмотреть все-таки. Я бы хотела, конечно, отшивать свое. Мне Ольга Орлова еще на проекте говорила, что мне обязательно нужно заниматься вещами, что она бы у меня одевалась. Если я начну шить свое, то она обязательно будет. Но она, потому что она меня и стилистом своим взяла. Ей всегда нравились Лиза, Лиза. Да, вопрос. Дошь в эфире домой учили. Ну, отлично. Ты скажешь, что год, ты второй час уже сидишь. Обычно я же не выхожу, да, так долго. Я не сижу, сегодня засиделась с вами. Сейчас еще прическу сделаю, наверное, подначешусь, как вы думаете. Мне кажется, будет красиво. Сейчас капельки добавим сюда. Так, правда, что в доме два у всех... Господи, боже мой, это тема. Слушайте, эти плюски даже сюда не идут, я так вам скажу. Сейчас намажем губы. Смотрю, сколько... Есть 8%. Быстро намажем губы, мне не надо перемещаться в ту комнату ставить. На зарядку. Мне надо купить блеск. Сейчас мы с вами накрасим губы. Чтобы там было прям бомба. Амбре делаем, да? Даша приходит, а я уже такая тут красивая, все накрашена. Ой, макияж получился шикарный. Не знаю, все девчонки-визажисты классные. Кому идти учиться? И долго учиться на визаж? А, можно же ходить туда-сюда, как раз-таки научишься разным, да, навыкам. Так тяжело, когда вам нравится один, второй визажист, третий. Во сколько вы выходите? У нас в 11 забронирован стол. Мне кажется, до 11 долго ждать. Нет, Мэри, я не знаю. Сейчас я выйду с эфира, я тебя наберу. Блеск. Будем блески добавлять. Смотрите, получилось амбре. Сейчас я покажу вам призи. Мы собирались идти в Магадан, там нет столов, походу. Я просила узнать. Вот, смотрите. Я хочу добавить еще блестки. И все, я потом прическу делаю. Боже, мне даже жарко стало, если честно, от этого всего. Ты заедешь за нами? А, просто еще раз ответила. Нет, блески нет. Будет перебор, да? Ну ладно. Но я хочу три блесточки. Ну три. Всего три, пожалуйста. Я все равно дома сейчас еще буду ходить. Я же сказала, я губы для вас накрашу, мы посмотрим, как это смотрится, а потом сотру. Чуть-чуть. Что? Я волосы распустить. Что-то. Чуть-чуть можно. Но это такой дэнс. Блин, когда же, знаете, на телеке вот в чем кайф был на проекте? Белиссимо. Белиссимо. Немного. Нет, не нарощенное. Все. Честно, я не видела в зеркале, как это получилось. Класс. Спасибо. Вот, смотрите. Что нужно, чтобы стать красивой? Нужно иметь много
Огонь, клёво. Ужас, кошмар, огонь, класс. Нет, красиво. Вы что, вот я выхожу на свет. На самом деле, я пошла взять зарядку. Сейчас. Потому что надо на голове что-то сделать. А что надо на голове сделать, как вы считаете? Я считаю, что... Можно прям... Смотрите, какой хайлайтер. И на голове тебе что-то красивое. Если видите волосы у нас, то так, не пугайтесь. Я их там не убираю. Или усы. Как у лисы. Не знаю, мне кажется, красиво. Можно идти куда-нибудь на дискотеку. Да, мы с Лешей расстались. Просто он мне с утра поздравил с 9 месяцев. И живем вместе. О, я же глаза не сделала белее. Как вы думаете, надо? Мне кажется, даже не надо делать глаза. Все засыпляйте. Как из салона, Лиза. Ты превосходна. Усики. Ну, конечно, есть усы. Не убирала. Ну что, господи. Что естественно, то не безобразно. Главное, парни своими показывайте уши. Усы. Сейчас выбрать сережки. Сделать прическу. Я теперь, видите, могу носить опять на своем боку. Вообще волосы розовые. Так, сейчас посмотрим, куда мне сделать. Сейчас. Сейчас одену серьги. Чтобы вся была такая прям блестящая. Нет, надо подкрутить волосы. Подкрутить или вытянуть? Надо было типа подводки блестящие. У меня есть подводки блестящие? Нет. Кстати, подводку вот я сейчас нанесла вот сюда. Ее даже не видно. Тут такие блески эти крутые. Видите, я фиолетовым контур сделала. Я, потому что снизу тоже фиолетовый. Вытянуть. Подкрути. Так, ребят, подкручивай. Давайте сейчас посмотрим. А я вас сейчас зажму между ног. Ой, там что, не видно? Высокий хвост. Кто-то написал. Высокий хвост, тогда не будет видно, что я блондинка. Но и на самом деле я хочу одеть свою кожаную курточку. Мою сейчас фаворит. Подкрути. Кудри. Все пишут кудри. Что, у меня с кудрем харя жирная, нет? Мы увидим писю аккуратнее. Ну, господи, что вы писек не видели? Смешите меня. Мне кажется, уже ребенок, у которого есть телефон, уже все видел. Вот с хвостом. Хвост такой кучерявый получается. Не очень. Хвост должен быть такой не очень. Блин, очень красиво. Ну, не знаю, кто там пишет фу. Вульгарно. Я иду в ночной клуб. Там не будет это вульгарно. Хвост. Кому-то нравится хвост. Сейчас. Нет, хвост не надо. Маску для волос. Сейчас я серьги принесу, которые я выберу. Так. Я закрываю глаза. Вновь вижу твои. Вновь вижу твои. Вновь вижу твои. Так, ничего себе, что ничего себе, кудри, да, вот чуть-чуть подзарядился бы, я бы с вами сделала кудри, но так я не могу сделать, да поставить бы даже телефон, так, сейчас одену серьги, ой, для ночи самое оно. Без макияжа, ну, ночной клуб идти без макияжа, когда я редко куда-то выхожу, нет, не могу. Я девушка, я должна быть всегда прекрасна, тем более у нас сегодня дата, любовь, морковь, все дела. Мне кажется, это нормально. Я думаю, я так все время хожу не накрашенная. Я выезжаю всегда не накрашенная, я буду в такси крашусь. Бывает, я вообще не крашусь, мне не надо краситься. Я смуглая девочка, у меня все в порядке. Могу сказать честно, иногда меня бывает красят, и я выгляжу хуже, чем не накрашенная. У меня есть такое, да. Поэтому мне нельзя сильно красить.
Есть девочки, которые красятся, они красивее становятся. Я иногда становлюсь не очень симпатичной. Чурки пишет, страшно. Ну, когда мужчина вообще заходит на женскую страничку и пишет ей что-то, по мне это странно, нет? Мне кажется, ну, это вообще-то говорит о том, что у чувака вообще проблема. В принципе, если он подписан на бабу и пишет ей, что она страшная. Либо это какая-то баба сидит, типа это мужик пишет. Многие же так, оказывается, делать. Я сильно накрашена. Девчонки, я сильно накрашена, потому что я иду тусоваться. Вот. Мне кажется, прям подходит. Прям очень. Нет, волосы надо делать, что-то на голове. Все прекрасно. Огонь раскусила. Так, с кем идешь? Что за хайлайтер, Лизочка? Только что показывала. Где вы что, сегодня в караоке? Тогда платье одевать. Нет, я не хочу одевать платье. Я хочу одевать джинсы. Из-за того, что я сделала такой мейкап, это макияж ни к чему не принуждает. В каком веке живем? Современные люди, господи. Эффект выбритого виска нет. У меня волосы везде, вы что? Везде есть волосы. Посмотрим, ванной ловит телефон. Пойду подначешусь с вами. Кстати, покажу вам штучки, пока еще не закончился наш эфир. Так, сейчас. Чем обязательно я умываюсь, это вот эта штучка. Обязательно наношу мыло. Оно, кстати, поехало хозяйственное. Очень прикольное. Для волос мне говорили, это не очень, ну очень. Масла. Ой. Вот так вот. Да, сережки с моего магазина. Платье. Нет, я не хочу одевать платье. Надоело мне за эти дни платье. Даже когда я делала фотосессии для магазина, мне надоело платье. Очень. Тебя обожаю, спасибо. Надо сделать, да. Ты без косметики все не уверена? Что за бред? Я такое не слышала. Да, поэтому я хожу не накрашенная чаще. Как бы у меня как раз-таки все с лицом все хорошо. Я же говорю, я из тех девушек, которые не накрашенные. Да, привет, чем накрашенные. У тебя свой магазин? Да, платье классное. Спасибо. Платье классное. Я понимаю, что все хотят, чтобы я надела платье, но я не хочу надевать платье, девчонки. Боже, это как красиво, я сейчас умру, я сама себя люблю, хочу. Это нормально? Это ненормально. Посмотрите, губы какие. Привет, Лиза, почему? Боже мой, опять. Почему не спрашивают про других людей, которых я не знаю даже? Ну, сейчас будем с вами делать прическу. Сопрем Лешин лак. Я не пользуюсь лаком. Хорошо, что у моего парня есть лак. Ну, наверное, надо будет им подкручивать всю школу. Вот если бы я была белая-белая, я вообще была бы, знаете, какая красивая? Не то, что сейчас. Покажи шампунь. Так, вчера мы смотрели шампунь из-за того, что у меня уход на голове. Чтобы он не смывался, шампунь должен быть бессульфатный. Вот. Но это единственный, который шампунь, я знаю, что он бессульфатный. В принципе. А, может, не с такой прической пойти? На магнитах? Нет, у тебя лоб широкий, челка подойдет. Да не скажите, у меня прекрасный лоб, челка мне не нужна. Сколько ты видишь? Голову помой. У меня вообще-то помыта голова. Я сегодня ее мыла. Голову помою. Зачем? Я не мою по 10 раз в день голову. У меня не сальные волосы и не три перышка. Да, тяжело людям, у которых, да, такая проблема. Сейчас придет любимый. Я хочу одеть свою кожаную куртку с какими-нибудь джинсами и как бы все. Какими-нибудь джинсами. Это, наверное, теперь я не вылазил в джинс со своего магазина. Даже не думала, что все настолько пойдет. Но это нормально, мне кажется, когда тебе нравится то, что ты продаешь, и ты это носишь, и не снимаешь.
знаю, уходить будет с эфиром. Блин, мальчик, уже не делаешь, что ты делаешь. А что делать, если волосы жирные? Блин, мне кажется, это, наверное, все-таки вам нужно сорить. Я хочу, который знает, что надо делать. Ну, или ты с этим ничего не сделаешь, если люди, которые жирные волосы. И, по-моему, с этим ничего не сделаешь, как я знаю, блин. Села по сережке давай. Что продаешь? Вещи? Бижутерию? Только хорошую бижутерию. Ау, а не дешманскую. Потому что мои уши не принимают серебро. Ну, многие знают, что у меня было все проколото. У меня золото-то уши приняли. Через 4 раза мне родители прокалывали уши. Только дорогая бижутерия. Вот. Вот, потом все подкрутить надо. Вот так у меня здесь одна розетка. Уже без вас я буду подкручивать перед выходом самым. Хочу твои серьги. Пишите в магазин. Мы можем прислать вам, какие есть. Я еще все не отфотографировала. Времени просто на это вообще нет. Было вещи отфотографировать. Разные. Мне нравятся сережки, которые так на ухо одеваются. Особенно некоторые выглядят как настоящие бриллианты. Такие, причем не хреновые. Но многие не разбираются. И когда пишут про дешевую бижутерию, я не знаю. Я покупаю в Заре в H&M. Мои сережки не стоят меньше косаря. Поэтому странно, когда мне пишут про какую-то дешманскую бижутерию за 300 рублей. Боже, какая буду красивая. Сейчас одену эту куртку, вообще будет бомба. Блин, волосы снизу розовые, здесь не могу застегнуть. Поверни назад. Да, сегодня сделаешь потом фото в полном образе. Да, сделаю. Думаю, с ребятами будем фотографироваться. Надо сейчас будет убраться за собой. Ресницы свои нет у меня. Их приклеили. Несколько дней назад до сих пор, представляете, держится. Все. Мне кажется, я выгляжу шикарно. Ну, оцениваем. Да. Пишите мне, ставьте лайк, если вам нравится. Здесь прям сильно светло. Я хочу одеть свою куртку и ее ношу как пиджак, поэтому я думаю, будет класс. Сейчас я вам покажу. Ну и джинсы с майкой. Может, топик одену. Пока еще пузо не настолько вырос. Сейчас я достану из своего гардероба. Сейчас, по-моему, такая куртка одна осталась. Все, куртку из питона не ношу, ничего не ношу. Теперь ношу только свою. Она мне очень нравится, потому что она в таком стиле крутом. Как вам? Так, сейчас я. Блин, отсвет включит. Вот, я подобнее и в джинсах, и на шпильках, наверное. А может, не на шпильках, не знаю. Вообще, мне нравятся джинса, блин. Так, нормально сяду уже, застегну сережки. Мои уши. Будет прекрасно с джинсами, да? И волосы надо будет сделать. Ну, потом, да, полный образ напишу уже, скину фотографию, когда сделаю. Все, то я уже начинаю бегать. Ладно, пойду убираться, а то сейчас Леша скажет, вот ты в эфире сидишь. Кроссовки думаете одеть? Ну, или кроссовки? Ну, вообще красиво. Красиво, красиво накрасилась. Все, всех целую, обнимаю. Потом скину сторис еще свой мейкап. Смотрите, как блестят губы красиво. Кто писал, что некрасиво, не знаю. Кто такой дурак? Спасибо. Всех обожаю.